Ром, да. Поломал, короче, генератор. Сейчас там ему будет пацанам, если через он сам был? Механик. Сколько человек? Ну, говорит, пацаны, что два человека было. Да. Если вы, говорит, через полчасика вы не уйдете отсюда, говорит, я вас спалю здесь и буду убивать. И посылал их большим буквам. Угашенный хорошо. Ну, естественно, он каждый день выходит, тут такие очи так вылазят, как ненормальные. Вот, снял, плакат, и он его выбросил. И типа говорит, идите нахуй отсюда, выбачьте за это. Вот. Ну и все, он, короче, передал охраннику топор, и он пошел. Вот, и пацаны, до того еще пацаны, короче, когда первый раз он подошел топором и начал поломать, а он, короче, пацан взял, позвонил, кто здесь был, позвонил, он когда увидел, что он звонит нам, он подошел, забрал телефон, и он его выкинул через забор. А уже забрали? Нет, или туда перелезать? Знаю, когда уже я перезванивал пацанам, уже связи не было. Ну, я какой-то собрал уже ребята и как бы вот двигались сюда. Вот приехали, и вроде тут спокойно, тишина, никого нету. Но мы вызвали полицию, что сфиксировали это все. А кто был из тех, кому он угрожал? Там.